Здравствуйте, меня зовут Алекс. Мне недавно прислали видео из YouTube, там где какой-то человек, у которого страничка называется Пират Magic, обучает левитации от моего имени. Я не знаю, как он научит людей левитировать без ключа личности. Для меня это большая загадка. Еще раз, меня зовут Алекс. Лично я никого левитации не обучаю. Большая просьба, не ведитесь на всякие разводы. Есть учитель, вы знаете, кто учитель. Вот. Палка это на данный момент для скептиков, чтобы показать, что надо мной ничего нет, подо мной, за мной везде ничего нету. Я вам желаю хорошего настроения, позитива. Пожалуйста, не ведитесь на интернет-разводы. Без ключа личности у вас ничего не получится. Тарзан! Афон! А теперь ко мне! Ко мне, Тарзан! Ко мне, я говорю! Тарзан! Тарзан, я сказал, ко мне! Тарзан, ко мне! Что это? Тихо, тихо, Тарзан! Тарзан, тихо, Тарзан! Боже мой, что это было? В центре Тель-Авива на оживленном перекрестке собирается толпа зевак. Внимание прохожих снова приковал известный в стране иллюзионист и любитель рекордов на выносливость Хэзи Дин. На этот раз он решил не заточать себя в глыбу льда и не висеть на горячем канате на небоскребе. Все намного проще и спокойнее. Он просто висит в воздухе, держась одной рукой за стену торгового центра. Прохожие пытаются разглядеть подвох, но никаких видимых подсказок найти не могут. Каким образом Хэзи Дин висит в воздухе, для всех остается загадкой. Я думаю, это не настоящая рука, и она приклеена к стене, а он уже держится за нее какой-то частью своего тела. Иллюзия, ашлая. Машу меркусем. Это все иллюзия, обман. Я видел такое в Англии и других местах. Они не только висели на стенах, а еще сидели на вертикальном шесте. Для этого есть необходимые приспособления. Иллюзионист провисел на стене 5 часов. После того, как его сняли при помощи крана, он сказал, что устал от экстрима. Это реклама моего нового шоу. В прошлом я делал всякие безумные вещи, но в этот раз я решил, что хватит экстрима и смертельных трюков. Я просто сделаю что-то интересное, какой-то трюк, который заставит людей гадать, действительно я могу это делать или это фокус. В 2011 году Дин установил рекорд, простояв на мачте высотой в 9-этажный дом 35 часов. А годом ранее он провел 66 часов внутри ледяной глыбы в центре Тель-Авива. При этом иллюзионист говорит, что после нынешнего представления у него впервые ничего не болит. Я очень рад, что поеду домой, а не на скорой помощи в больницу. Такое со мной впервые. Я здоров и невредим, и еду домой. London. I love the energy of this city and the sense that anything is possible. But sometimes, with the pace of city life, it's hard to appreciate the magic that's all around us. But if we could just take a moment and look at things from a new perspective, we might see the world in a whole new light.
Hello guys. My name is Baron Münchhausen. Thank you for watching my levitation video. I hope you enjoy it. If you like, thumbs up, subscribe, and also I can levitate anywhere above the field, above the water, inside any building, and also on your stage or circus. Thank you very much, guys. God bless you. Good luck to you.